Добрый день! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую косичку. Называется она сердечные косы. Вот этот узор довольно-таки широкий. Ширину он составляет у нас 9,5 сантиметров. Рельефный. С шишечками, как видите, шишечки у нас такие объемные получились, шишечки. Ну и сам, конечно, узорчик напоминает косичку такую. Косичку и очертания сердца. Эффектный узор. Давайте начнем его вязать. Сегодня мы будем с вами вязать узор сердечной косы по книге «Библия аранских узоров. 120 рельефных мотивов» Светланы Лосевой. Итак, узор находится на странице 105. Называется «Узор сердечной косы». Мотив выполняется на фоне изнаночной глади. Ширина мотива 20 петель. Высоту раппорт повторяется с 1 по 16 ряд. В своем вязании я буду использовать вот такую пряжу и спицы номер 4. Мы будем набирать с вами 20 петель, это ширина мотива, плюс по 5 петель с двух сторон изнаночные фоновые и 2 петли кромочные. Всего получается 32 петли набираем. Итак, набрали 32 петли и смотрим нашу схему. Значит, первый ряд у нас будет без перекрещиваний, провязываем в следующей последовательности. Первую кромочную снимаем, затем провязываем 5 фоновых изнаночных. Затем начинается, собственно, мотив. 3 лицевые. 1, 2, 3. Первый ряд, значит, первые три лицевые, затем у нас 4 изнаночные идут. 1, 2, 3, 4 изнаночные. Затем идут 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых и снова 4 изнаночные. 3 лицевые и фоновые, 5 изнаночных. Провязали первый ряд. Все четные ряды у нас с вами будут провязываться, как смотрят петли. Провязываем второй изнаночный ряд. Как смотрят петли, провязываем. То есть, если у нас смотрит лицевая, мы провязываем здесь же лицевой, а
А если смотрите изнаночными, провязали с вами второй ряд. Переворачиваем. Третий ряд по нашей схеме начинается снова с трех лицевых. Провязываем 5 фоновых изнаночных. Это у нас образец, и он хорошо смотрится именно на изнаночной глади. Так, 3 лицевые, третий ряд. 3 лицевые. Затем идут у нас с вами 2 изнаночные. И шишечка. Как я вяжу шишечки? Есть несколько способов вязания шишечек. Я покажу сегодня следующий способ. Я провязываю, я вытаскиваю из одной петли. Значит, я делаю, значит, следующим образом. Показываю. Даже не знаю, как объяснять. Накид. Затем не за эту же стеночку, а за заднюю вытаскиваю в следующий раз. И два. Вот так. И переворачиваю вязание. Есть у нас шишечка на изнаночной сейчас, на изнаночных петлях, поэтому я их буду стараться сделать лицевыми. Я их буду провязывать с изнаночной стороны изнаночными. Раз, два, три, четыре, пять. Провязала, перевернула. И снова провязываю лицевые. 5 лицевых этой же шишечки. Раз, два, 3, 4, крайнюю провязала изнаночной, 5, да? Переворачиваю, снова провязываю 5 лицевых, 5 изнаночных и снова возвращаюсь. Все, шишечка наша готова. Сейчас мы все 5 петелек соединим и протянем через нее ниточку. Вот так. Протянем ниточку. Все, шишечка сформировалась. И далее по схеме у нас одна изнаночная. Вот так я вяжу шишечки. Это один из способов. Далее у нас идут, значит, перекрещивания направо 6 лицевых петель. Снимаем 6 лицевых петель. И 3 из них у нас уходят направо. Перед работой, ну, провязываем их лицевыми. 3 лицевых и за работой 3 лицевых. Сделали перекрещивание направо. Далее у нас идет изнаночная и снова шишечка. Значит, как я уже показывала, вытягиваем за переднюю стеночку, делаем накид. Затем за заднюю стеночку я вытягиваю. Еще следующий раз вытягиваю накид, 2 вытягиваю и снимаю. Переворачиваю на изнаночную сторону и провязываю здесь 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Это моя шишечка. Не знаю, может быть, кто-то по-другому вяжет. Далее провязываем 5 лицевых. Я перевернула на лицевую сторону и провязала 5 лицевых. Крайнюю я сделаю как кромочную. Провязала. Опять перехожу на изнаночную сторону и провязываю изнаночные петельки нашей шишечки. Провязала. И вновь возвращаемся на наше лицо. И сейчас у нас будет через все эти 5 петелек нашей шишечки я протягиваю ниточку и снимаю их. Все, шишечка сформировалась. И далее у нас идут 2 изнаночные. 1, 2. Получились вот такие 2 кругленькие упитанные шишечки. Так, ну и заканчиваем наш третий ряд 3 лицевыми. 1, 2, 3. Фоновые 5 изнаночные. Это просто фоновые, да? То есть это, вы поняли, это не схема узора. Это так, чтобы был наглядно виден наш узор.
Переворачиваем четвертый лицевой ряд. У нас все лицевые вяжутся, как смотрят петли. Вяжем четвертый изнаночный ряд. Итак, пятый ряд. Обращаемся к нашей схеме. Пятый ряд. Сейчас у нас будет с вами перекрещивание 4 петель налево. Следующим образом это будет выглядеть. Провязываем 5 фоновых изнаночных. И снимаем с вами 4 петли. То есть 3 у нас будут задействованы, 3 лицевые и 1 изнаночная. Мы их снимаем на правую спицу. Перекрещивание у нас будет 3 лицевых, которые пойдут налево, а вот это изнаночное у нас пойдет с вами направо за работой. И также их провязываем. Значит, это изнаночное у нас остается изнаночной, лицевые 3 лицевые провязываем. Так, далее у нас идут 2 изнаночные. Хотела бы еще сказать, что петля, на которой у нас с вами располагал шишечка, на изнаночной стороне тоже провязывалась, как лицевая она была. Там были 4 лицевые, и она у нас провязалась как лицевая с изнаночной стороны. Так, значит, провязали 2 изнаночных после перекрещивания. И снова у нас с вами перекрещивание вот этих 3 петелек направо идет. А изнаночная, снимаем 4, изнаночная идет за работой у нас, а 3 лицевые идут перед работой, перекрещиваются направо. Провязываем их как 3 лицевые и изнаночную 1. Провязали. Далее у нас с вами перекрещивание вот этих 4 петель идет налево, 3 идут у нас перед работой налево, за работой изнаночная попадает на их место направо. Мы ее провязываем как изнаночную, 3 лицевые. Провязали, перекрестили. Так, далее у нас с вами идут опять 2 изнаночные. И перекрещивание у нас идет наших 4 петель. 3 идут лицевые направо. И 1 изнаночная за работой налево пошла. Раз, 2, 3 лицевые. И изнаночная, 1 изнаночная. И 5 фоновых изнаночных мы с вами провязываем. Итак, мы с вами провязали 5 ряд. Вот что у нас получается. Провязали с вами 6 ряд, переворачиваем на 7 ряд. Итак, смотрим схему. 7 ряд. 7 ряд у нас начинается эти вот фоновые 5 изнаночных. Мы их провязываем, они у нас не в составе узора. Так, вот начинается у нас с вами 7 ряд. Значит, изнаночная 1. Затем у нас опять идет перекрещивание 4 петель налево, 3 идут налево как лицевые, 1 перекрещивается у нас как изнаночная. Провязали изнаночные, 3 лицевые. Так, далее перекрещиваются 4 направо также. Значит, 1 изнаночная у нас идет налево, 3 лицевые идут направо. Провязали 3 лицевые, 1 изнаночная. Так, далее у нас с вами идут в центре 2 лицевые. Раз, 2. И далее идут перекрещивания 4 петель налево. 3 идут налево как лицевые, это изнаночная идет 1 за работу. Провязываем ее изнаночной первую и 3 лицевые. Далее перекрещиваем 4 петли
направо. За работы изнаночная 3 лицевые идут направо. Провязываем их как 3 лицевые и 1 изнаночная за работы. И еще 1 изнаночная. И фоновые 5 изнаночных петель. Провязали 7 ряд. Переворачиваем все четные ряды, как я уже говорила, у нас как смотрят петли провязываются. Провязываем 8 ряд. Итак, провязали с вами 8 четный ряд. Как смотрят петли, переворачиваем наше вязание. И теперь у нас по схеме 9 ряд. 9 ряд. Провязываем 5 изнаночных фоновых, которые не относятся к нашему узору. Провязали 5 фоновых. Затем у нас провязываются 2 изнаночные по рисунку. И идет у нас с вами перекрещивание 6 петель. 6 петель. Направо. Каким образом это будет выглядеть? Снимаем. Я не использую дополнительную спицу. Кто привык, пожалуйста, пользуйтесь дополнительной. Значит, вот эти петли, которые первые 3, сзади я их снимаю и высвобождаю первые вот эти 3 петли. Затем я их аккуратненько с помощью правой спицы переношу на левую. Все, я перекрестила 6 петель направо. И провязываю 3 лицевые. Провязываю 3 лицевые петли. Первые 3 лицевые. А те петли, которые у нас за работы, я провязываю как 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вот такой у нас с вами получилось в 9 ряду перекрещивание. И затем у нас провязываются с вами 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И снова будет у нас с вами перекрещивание петель по схеме. Налево 6 вот этих петель мы перекрещиваем налево. Значит, снимаем первые 3 петли, одеваем на левую спицу, за работой 3 петли возвращаем на левую спицу. Все. И здесь провязываем первые, значит, изнаночные, 3 изнаночные, первые 3 изнаночные и 3 лицевые. 1, 2, 3. Провязали. Вот у нас начинается наша с вами коса. Сердечко образовывается, его основание с шишечками. Так, и дальше в 9 ряду у нас заканчивается наш ряд 2 изнаночными. 1, 2. И 5 фоновых изнаночных провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная изнаночная провязывается. Итак, провязали с вами 9 ряд. 10 четный ряд у нас будет провязываться, как смотрят петли. Итак, провязали с вами 10 четный ряд, переворачиваем наше вязание. И теперь у нас с вами будет 11 ряд по схеме. 11 ряд, смотрим. Значит, как обычно, провязываем с вами 5 фоновых изнаночных. Провязали 5 фоновых изнаночных, начинается наш с вами узорчик. В 11 ряду у нас идет 1 первая изнаночная. Затем у нас с вами идет перекрещивание 4 петель направо. Сейчас у нас изнаночная пойдет налево, а 3 петли лицевые направо перекрестились. И провязали мы их как 3 лицевые. 3 лицевые, 1 изнаночная. Вот так. Значит, начался у нас 11 ряд. Далее у нас провязывается 2 изнаночные. 1, 2.
И далее у нас с вами 2 изнаночные и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Это центр нашей с вами косички. Далее, 1 у нас получается с вами, 2 изнаночных. Далее, после 6 лицевых, 2 изнаночных. И далее у нас с вами идет снова перекрещивание 4 петель налево. Перекрестили. Значит, провязываем первую петлю изнаночной. И 3 петли, которые мы с вами ушли налево, провязываем их как лицевые. Все. Выполнили вот такое перекрещивание. И по схеме еще крайне у нас провязывается изнаночная. Вот, провязали с вами, значит, это у нас получился 11 ряд. Провязываем 5 изнаночных. 11 ряд завершили. Переворачиваем 12 ряд, провязываем, как смотрят петельки. Итак, провязали с вами 12 четный ряд. Переворачиваем наше вязание и приступаем к вязанию 13 ряда по схеме. Первые кромочные и 5 фоновых изнаночных провязываем. Провязали. Далее у нас начинается узор. В 13 ряду у нас идет перекрещивание 4 первых петель направо. У нас 3 лицевые идут направо, а 1 изнаночная за работой налево. Провязываем их как 3 лицевые, 1 изнаночная. Провязали. Далее у нас с вами идут 3 изнаночные идут. 1, 2, 3. Провязали 3 изнаночные. И далее у нас с вами идут 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Значит, далее у нас с вами идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. И идет у нас с вами перекрещивание налево 4 петель. Снимаем 4 петли. 3 наших лицевые идут налево. 1 изнаночная за работой. Провязываем ее как изнаночную. И 3 лицевые. Провязали. Так, значит, так у нас заканчивается с вами 13 ряд. Остались 5 фоновых изнаночных. Провязали 5 фоновых изнаночных. 13 ряд мы закончили. И сейчас мы переворачиваем вязание. 14 ряд провязываем, как смотрят петли. Итак, мы с вами провязали 14 четный ряд, перевернули. И сейчас у нас будет с вами 15 ряд нашей схемы. Значит, мы снимаем и провязываем первые 5 фоновых изнаночных. Провязали. Так, начинается схема, значит, наша. И здесь мы просто провязываем сейчас с вами 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем у нас провязываются 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И центральные 6 петель у нас с вами сейчас будут перекрещиваться направо. Как мы это сделаем? Снимаем 6 петель направо. Значит, первые 3 у нас идут за работой остаются. А вот эти последующие 3 петли... Они у нас с вами идут, возвращаются на левую спицу, как первые. Все, направо перекрестили. И провязываем их как 3 лицевые и 3 лицевые, те, которые за работой. Вот, перекрестили 6 петель направо. И далее провязываем с вами 4 изнаночные и 3 лицевые. 1, 2, 3. И 5 фоновых изнаночных. 1, 2, 3,
4, 5. Кромочная, изнаночная. Итак, провязали с вами 15 ряд нашей схемы. Сейчас у нас с вами будет 16 ряд лицевой. Провязывается, как смотрят петли. И на этом наш раппорт заканчивается. И мы начинаем вновь повторять с первого ряда наш узорчик. Возвращаемся вновь к первому ряду. Давайте еще раз с вами повторим этот первый ряд вместе. Значит, в первом ряду снимаем, провязываем 5 изнаночных фоновых, которые не входят, да, в наш с вами узор. Провязали. Итак, вот у нас как выглядит наш последний ряд был. Так, значит, идут у нас 3 лицевые в первом ряду. 3 лицевые первые. Затем у нас с вами идут 4 изнаночные. Затем у нас с вами идут 6 лицевых. 4 изнаночные. И 3 лицевые. И 5 фоновых изнаночных провязываем. Все, провязали вновь первый ряд. В третьем ряду у нас с вами будут сейчас шишечки. Второй ряд переворачиваем, провязываем, как смотрят петли. И встречаемся с вами в третьем ряду. Итак, третий ряд. Вновь третий ряд нашего узора. Приступаем. Снимаем кромочную, провязываем 5 изнаночных. Три лицевые наши косички. Первые идут. Первые 3 лицевые. Затем у нас тут 2 изнаночные. И идет у нас с вами шишечка. Еще раз показываю. Вытягиваем петельку за переднюю стеночку, делаем накид. Затем за заднюю стеночку вытягиваем еще одну петельку. Раз, накид и еще раз вытягиваем. Вот основание нашей шишечки. Затем мы вязание переворачиваем и провязываем здесь 5 изнаночных петель нашей шишечки. Провязали 5 изнаночных, перевернули на лицо и провязали здесь 5 лицевых. Затем опять переворачиваем и вновь провязываем изнаночные петли, шишечки. Это у нас изнанка, да? Переворачиваем на лицо. Все, сейчас мы с вами будем делать шишечку, формировать. Мы через все 5 петель шишечки протягиваем и вытягиваем одну петельку. Через все 5 петель протянули одну петельку. Вот у нас с вами получилась такая рельефная шишечка. Затем провязываем одну изнаночную. И сейчас у нас с вами будет перекрещивание 6 петель направо. Снимаем, я без дополнительной спицы, значит, снимаем, освобождаем, аккуратно возвращаем на левую спицу и провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затем у нас с вами 1 изнаночная и снова шишечка. Значит, еще раз повторяем. Вытягиваем накид за заднюю стеночку, опять вытягиваем накид и еще раз вытягиваем, переворачиваем, провязываем изнаночными 5 петель нашей шишечки. Провязали, перевернули,
провязали лицевыми. 5 лицевых. Ну, фон тут кромочную я делаю. Так, далее провязываем снова изнаночные петельки нашей шишечки на изнаночной стороне и возвращаемся на лицо, чтобы сформировать шишечку. Через все 5 наших петелек мы провязываем одну петельку. Все, шишечка у нас с вами пышненькая получилась. Далее делаем 2 изнаночные и 3 лицевые. Все, косичка у нас с вами. Продолжаем с вами наше вязание. Вот, вяжем по уже вышеописанной схеме. Вот, и встречаемся с вами, когда наш образец приобретет уже более интересный вид косички. Косичка очень интересная. Вот так она выглядит в книге «Сердечные косы». Называется ее название. Итак, приступаем к вязанию. Вот такой результат у нас с вами получился. Вот такая у нас получилась косичка. Сердечные косы называется узорчик по книге «Библия оранских узоров» Светланы Лосевой. Вот. Очень интересный, на мой взгляд.